В Красноярске стало на одного чемпиона больше. Команда «Банка Восточная» вернулась с международного футбольного турнира среди любителей «Пражская бочка». В этом году в нем приняли участие спортсмены из Америки, Европы и Африки. Там красноярцы взяли золото, пропустив всего 2 мяча за весь турнир, забив при этом 4 десятка голов. Главный трофей турнира команда «Банка Восточная» берет во второй раз. Клуб существует уже 7 лет. Он зарекомендовал себя в спортивной среде, постоянно участвуя в любительских соревнованиях. По словам футболистов, самое ожесточенное сопротивление на международном турнире оказали соперники из Израиля и Италии. Второй раз уже ездим на международный футбольный турнир, который проходит в Чехии. Привозим золотые медали, можно так сказать, первое место занимаем. Благодарим всех наших болельщиков, всех наших клиентов. 38 команд в течение 2 дней играли такой экспресс-турнир на выбывание.